План реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию обсудили на расширенном заседании правительства Самарской области. Дмитрий Азаров обозначил ряд ключевых задач. Прежде всего, необходимо преодолеть бедность, создать условия для развития и самореализации каждого человека. Также следует повысить качество и доступность медицины, что позволит увеличить продолжительность жизни. Отмечу, что самарские медики в 2017 году оказали высокотехнологичную помощь более чем 17 тысячам людей. Добились снижения младенческой смертности. Особое внимание нужно уделить развитию малых городов и сел, вопросам промышленности и экономического роста. Глава региона подчеркнул, необходима интеграция науки, образования и производства в единый высокотехнологичный комплекс. Вот эти бравые нарисованные отчеты, к которым многие привыкли, они здесь не пройдут. Нужны реальные дела и конкретные результаты, которые станут главным критерием эффективности работы руководителей на всех уровнях. Самарская область является одним из ключевых регионов на экономической и социальной карте страны. Руководство страны постоянно оказывает поддержку нашему развитию, уделяет внимание решению проблем губернии. Это продемонстрировал недавний визит президента. Вы знаете, что по итогам встречи с президентом были даны целый ряд поручений правительству. Руководитель области отметил, что предложения по реализации послания главы государства должны иметь характеристики проектного управления. Более подробный репортаж заседания правительства мы покажем в вечернем выпуске в 20:30.